Валроса завершена вакцинация против гриппа. Привиты около 5000 работников компании. Этого достаточно, чтобы не допустить эпидемии. Однако врачи медцентра обеспокоены. Успеет ли сформироваться иммунитет? Ведь сроки прививочной кампании были сорваны из-за поздней поставки медикаментов. Обо всем подробнее Наталья Николаева. Врач автобазы Бьемнинского комбината Вероника Черкасова принимает ежедневно 25 больных. Большинство с острыми респираторными инфекциями. Доктор беспокоится. В этом году вакцины пришли поздно. Иммунитет может не сформироваться к нужному сроку. Вакцинацию против гриппа проводят за несколько месяцев до пика заболеваемости. Это как раз приходится на сентябрь-октябрь. Прививаться надо обязательно, особенно тем слоям населения, которые длительно и часто болеющие, состоящие на диспансерном учете дети и пожилые люди. Из-за задержки поставок лекарств иммунизация от гриппа сдвинулась на месяц. Вакцинация завершилась лишь в начале ноября. Противовирусные препараты закупили в полном объеме, но вовремя в регион они не поступили. При этом порог ОРВИ превышен уже в 5 регионах республики. Почему это было сделано в прошлом году, в 2015-м? Значит, прошел расширенный медицинский совет, где Роспотребнадзором, нашей Мирнинской центральной районной больницы, нам было, в общем-то, рекомендовано не закупать вакцину, так как она поступает совершенно бесплатно в рамках национального календаря профилактических прививок. Вовремя проведенная прививка, она, конечно, защищает наших работников от вспышки инфекции, которая начинается обычно с похолоданием. Инфекция начиналась в сентябре. Ну вот как-то так вот удалось в этом году, либо ежегодно то, что наши работники прививаются ежегодно, все-таки какой-то иммунитет у них присутствует на сегодняшний день. Прививка поможет избежать и гриппа, и его осложнений. Иммунизация выгодна и с точки зрения экономики. Меньше больничных листов, меньше простаивает производство. Из нынешней прививочной кампании в медцентре Алроса уже вынесли урок. Вакцину на 2017-й медики уже заказали самостоятельно. Наталья Николаева, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».